Привет, чуваки. Так, значит, мы собираемся топать в Эркендар. Там поговорить с пиратами, поговорить с магами воды, заручиться их поддержкой, помочь там еще магам воды найти Риардиана. Да, по поводу, кстати, повышения двуручного оружия, то походу Ли нас уже не будет ему обучать почему-то, потому что я даже специально вчера дождался, вернее, ну, в прошлом выпуске, да, дождался, вот, пока он проснется, и нифига. Опять музыка из третьей части Готики, да? Тут короче, оккупационные он орки, тут, короче, тусуются, лагеря построили, вообще, короче, офигевают. Он там еще есть башня хранителей, то есть их трогать нельзя, соответственно, всех этих орков. Вот. Блин, так это они и Бастера, что ли, зарулили, получается? Или Бастер успел смыться? Ой, Ерол уже что-то было, как же Ерол, кстати говоря? Ой, как я так протупил, да? Так, что там? Да, Ерова прикончили, вы прикиньте, чуваки. Вот скоты, а. Давайте-ка его почистим. Винный дух у него был. Засунь, сколько здесь этих конченых ищущих, это вообще жесть. Реально на каждом шагу. Так как же вы задрали, а? Да хорошо, братишка. Да. Ой, ты чувствуешь удушье, это хоть не это? А, не. Блин, хороший у меня глюк, реально, я на него нарадовался. Не могу, то что они меня больше не могут проклянуть, да, вот эти своим приколом. И у меня мана тогда высасывается, приходится, блин, покупать эти зелья конченые. Это так сильно напрягало. Реально классный глюк у меня. Так, значит, что мне, куда мне надо, я уже забыл просто. А, в Эркендар. Так, для того, чтобы попасть в Эркендар, нам нужно, да, топать куда-то туда. Хорошо. Так. Вот, и, короче, я говорил с этим Ли, и что-то он не хочет меня уже дурочки обучать, непонятно почему, честно говоря, да. Выходит, на корабле можно, да, обучиться, а как только ты, ну, вернее, на острове, да, вот это как-то попадаем, а как только ты уже все в седьмой главе, то уже все, короче, обучиться нельзя. Но я же, мне просто толком некуда даже очки обучения теперь девать, я же это разве что выучить там регенерацию, еще какую-нибудь здоровье или выносливость, и, честно говоря, мне не то просто мне особо не нужно, да, как бы такая фишка. А, вот, ну и руну там какую-то изучить, возможно, можно было бы, но опять-таки, какую мне сейчас руну изучать, да, я же просто, волна смерти вырезали, это универсальная руна, она на все случаи жизни, да, и в принципе, я не вижу смысла опять-таки изучить какую-то другую руну, реально, просто тупо не вижу смысла, как бы вот. Ой, кстати, мы еще в Эркендаре можем сейчас накупить там у кого-то этих самых настоящего Грога, да, там, по-моему, 3 бутылки нам надо, и сможем, наконец-то, дать все ингредиенты Нефариусу, чтобы он нам сделал то зелье, помните, рецепт, которого мы нашли на перевале. Так, давайте, может быть, свет включим. О, кстати, эти самые... Как их там... Как, блин, маги воды уже наконец-то здесь не у входа стоят, они наконец-то выбрались походу наружу. Потому что, честно говоря, какой-то у них такой прикол, что они все время почему-то были здесь в здании, несмотря на то, что я всех орков зачистил. Да, вот они уже здесь снаружи. Что-то, кстати, у Кроноса что-нибудь можно прикупить, братишка? Покажи мне свой товар, давай, показывай. А, не, ничего у него нету, короче, толкового, ну да. Один фуфел, хорошо. Это кто там? Это у нас Нефариус, но он нам пока что не нужен, да, нам ингредиентов-то ведь у нас нет. Нам сейчас нужен реально только Сатурас, наверное, да и все. А он, да, и появился еще новый монстр, вот как видите, Пума. Ну, вообще, вот знаете, и можно с ним брать шкуру Пумы и потом продавать. Это, знаете, это больше тоже минус, опять-таки, игры. Потому что, вот, знаете, ну, делаете монстрика, сделайте его по-людски. А здесь же, ну, извините за выражение, просто через жопу сделали, да. Это просто взяли вурдалака, да, текстурку вурдалака, короче.
Закрасили его черным цветом, по сути, и все, да, а так это все тот же вурдалак, то есть какая-то пума. Пума выглядит не так, у нее не такие лапы длинные, да, но вообще выглядит по-другому, да, то есть... Это, конечно, полный капец. Ну да ладно, так один сатурас, да, вот, шо. Сатурасик, сатурасик. Эй, братишка. А, я же уже и так максимум. Еще не готов возвращаться в позже, я понял. Паладина. Зачем же она им понадобилась? Орки вторглись на Харинис, то не может быть, за несколько дней. Короче, рассказываем ему все новости. Лорду. Да, нам надо закончить одно дело, короче, перед тем, как помочь. Что ты имеешь в виду, братишка? А разве... Они, короче, хотят пойти, это... Какой-то там артефакт найти, по-моему, у Радиана, да? Да, они отправили какой-то Радиана за артефактом. Вот, они могут его дождаться, да. Надо найти Риордиана, а потом помочь по магам воды провести ритуал очищения, так сказать. Этого самого. Ой-ой-ой. Как его, блин, а? Дай бог памяти. Так, нам надо в каньон. А потом провести ритуал очищения храма Адноса, вот. Классный, кстати, костюмчик, он много проблем решает, да, потому что вот, ну, как-то сейчас уже неинтересно сражаться со всеми монстриками, да, потому что смысла как бы нету, в целом мне уже качаться толком даже уже и незачем. Какой, кстати, у него уровень, я даже не смотрел, 20 всего лишь. А, вот. Как бы сражаться уже нету ни настроения, ни смысла, и это, конечно, очень удобно, то, что можно так просто тупо... Пробежать их, они там убегают, да и все. Так, давайте сначала поговорим, наверное, с Грегом. Так, есть одно дельце, братишка, вот! Нужна ваша помощь. Парень, да с какой стати? Потому что рано или... Ха! Не так уж и далеко, поскольку они... Хм. Эх, жаль, что у нас... Давай ближе. Хм. Я, быть может, я не могу заставить, поэтому они должны пред... И что вам нужно? Например, их корабль. Не думаю. Короче, вот, надо будет спросить у лорда Хагена, не даст ли он по кораблю этим пиратам. Ну, он, естественно, согласится, куда он денется. Вот. Так, теперь давайте поговорим с Самуэлем. А, с Самуэлем и Тоо. Так, кстати, да, мы же до него еще можем очень много чего замутить. Вот, у меня есть для тебя рецепт. Можно дать ему уж рецепты двойного молотка Лу и рецепт простого молотка Лу. Я просто совсем про это забыл, когда проходил просто. Вот, все, отдали. Короче, теперь что у тебя еще есть? И вот у него, да, есть настоящий игрок моряков. Покупаем у него, еще у него есть много вот таких рецептиков. Все, теперь мы можем закупиться у Нефариуса, вернее, замучить у Нефариуса этот эликсир, который он нам предлагал. Потому что у нас уже все есть. 3 жемчужины есть, 2 сердца огненных големов есть, и 3 грога моряков у нас тоже есть. Он думает, это так просто. Так, все, больше у пиратов нам делать нечего. Можно отсюда уходить. Так, топаем, топаем, топаем. Сейчас вернемся к... А, нет, сейчас туда пойдемте, да, найдемте Риордиана. Сразу же, это, в принципе, нам даже по дороге, к счастью. Поэтому давайте. Возможно, имело бы смысл переодеться и перевалить всех этих богомолов, да? Вот. Надо бы сделать себе эликсир разума. Ну, с другой стороны... О, давайте, кстати, пуму завалим. Хочу валить пум. Намутить их не шкурок. А, еще, кстати, у нас в Аркендаре будет еще одно дело. Кстати, я совсем чуть было не забыл. Прикидывайте, чуваки. Ну вот, видите, она даже двигается, как вурдалак. То есть, все, полностью анимация вурдалачья, телосложение вурдалачья, да, тут текстурка сама. То есть, знаешь, просто тупо взяли вурдалака, да, и... А сколько по краулеру взял? Просто тупо взяли вурдалака, да, и все, и капец. Закрасили я же его в другой цвет, то есть так все то же самое и осталось, по сути.
А, как бы вот, нам тут надо будет еще в Яркендаре завалить каменную пуму. Вот. Да извините, сколько здесь пум, это капец просто. С одной стороны, это как бы и плюс, да, то, что хоть какой-то новый монстрик появился, да, чтобы хоть какое-то разнообразие все-таки было в игре, да. То с этой стороны как бы и хорошо. Но с той стороны, если вы уже что-то делаете, то сделайте это толково, да, с душой, что называется. Здесь как-то, я же просто взяли, вот так вот, запилили АББО, знаете, как говорится, и все. Так, давайте ХП пополним. Тут у нас еще богомолы он есть. Отпадал, еще и травить меня успела, скотина. Пока я там тупил. Ну ладно, у меня противоядий много. Так что, в принципе, проблемы в этом нет. Да, в принципе, я даже скажу, что при желании, если бы мы завалили всех этих богомолов, да, то я думаю очень даже, что... Скорее всего, что мы бы насобирали 10 голов, смогли бы себе еще интеллект повысить на 3. Но даже смысла особо я не вижу. Мне и того интеллекта, что у меня сейчас хватает. Вполне. Еще можно заручиться поддержкой охотников, но для этого нужно уметь вырезать панцири краулер. Там вам нужно будет сделать всем доспехи из панцирей краулеров. Ну и мне, честно говоря, как-то леньки. Просто это как бы не обязательно, да, а там, в принципе, без охотников мы разберем. Там, по сути, вообще для победы нужна поддержка чисто магов огня, паладинов и наемников. Вот. Ну, если так смотреть, реально, честно говоря, мне кажется, что вполне можно справиться даже чисто с ними и все. По сути, нам даже маги воды не нужны, не говоря уже о тех же охотниках. Давайте орка зарулим, на всякий случай, то вдруг на него потом будет маги воды, агресса или еще что-нибудь. Да вообще, я что-то привык уже орков убивать. Так, все, идемте в храм, и там сейчас где-то будет Риордиан. Я, правда, плоховато помню, где именно он будет, вот в чем проблема. Хлебушка покушаем. Так, где-то наш супер костюм. Так, по-моему, где-то он будет вот тут, в этой стороне, если я не ошибаюсь. Братишка. Не, нифига, я ошибся. Значит, будет наоборот, в той комнатушке. Пойдемте туда. Сейчас. Риордиан, как я уже говорил, станет, короче, зомби. Надо будет его завалить. Я, кстати, я не помню, его можно будет убить обычной смертью нежити, да? Ну, как всех зомбаков. Или придется его в рукопашку, там, ну, вернее, волну смерти у Резеля, там. Давай посмотрите, что он там, в самом низу, что ли? Ну, капец. Чего было прятать в самую задницу, так сказать, да? Да, вот и он. Братишка. Вот ты и пришел, короче. Это не Ридиан, это уже не он, а тогда тут такой. Короче, это хранители над ним поработали. А, можно, да, его даже можно обычной смертью нежити убить, оказывается. Вот, у него был амулет древних ритуалов и мертвая плоть. Такой еще разговор, да, был, конечно, интересный, типа, я тебя тут сейчас порублю, да, и убить его можно обычнейшей смертью нежити, то есть это вообще полный капец. До скольки все оказалось просто. Так, ну все, с Риордианом мы справились, так. Значит, да, нам нужно еще в Яркендаре вырвать каменный глаз у каменной пумы. Наверное, мы сейчас туда и наведаемся. Первым делом. Ну а так, в принципе, мы все в Яркендаре уже даже и сделали, да? Ну, кроме как провести сам ритуал, помочь магам воды, да, вот это разве что еще не сделали. Ну, вот этот квест с ритуалом нужно проходить по-любому, да, потому что даже если вы не захотите получать помощь магов воды, да, по-любому надо этот квест проходить по той простой причине, что потом, когда мы будем уже там мутить руну для уничтожения хранителей, да, нам нужно будет благословение всех божеств. И одно из этих благословений, естественно, будет благословение Аданоса, и мы его как раз будем получать в этом храме, только в том случае, если он будет очищен, понимаете? Поэтому, короче,
Вот такая вот как бы фишка. А куда я вообще иду? Че я туплю? Блин, че я протупил? Зачем я вообще туда попёрся к пиратам-то, а? Жестко я, конечно, протупил. Так, хорошо. Да вылазь ты сюда, братишка. Сейчас про бритва зуб телепортуется, а? Нет, не хочет. Так, где этот Нефариус? Иди сюда, грязная тварь. Вот он, походу. Эй, я его прикончу. А Нефариус, братишка, у меня теперь есть все ингредиенты. Да, вот приготовь мне зелье. Вот, получаем щит воды. Так, у нас защита от огня 275. Ну давайте посмотрим, что за зелье. Ого, от огня 30, от магии 10. 305 от огня, 277 от магии. Не, ну что говорить, да, зелье было неплохое, стоило того, чтобы насобирать к нему ингредиентов. Как бы вот. Так, теперь я предлагаю даже не к Сатурасу идти, а, короче, туда в долину. А, это у нас куда в долину? По-моему, сюда куда-то, да? Вот, да, в долину. О, Маркорис не боится этого костюмчика, вы посмотрите, Маркорис перец, короче. Ермит, кстати говоря, до сих пор живой и даже рад это видеть. Что есть хоть кто-то здесь как живой здесь? Еще, правда, ничего нового у него узнать нельзя. Ну и ладно, хорошо, значит, куда нам только в каком направлении идти? По-моему, куда-то в этом, да? Если я не ошибаюсь. Сам не знаю, зачем я хвалю. В принципе, зелье я уже, наверное, делать сюда не буду. Как-то мне впадло. О, аллигатор как. Не, аллигатор тоже нас очкует, понятно. Так, тролля тут не появилось никакого, да? Не, не появилось тролля. Хорошо. Еще что как бы интересно, да, что вернее тупо, да, это то, что нам потом дадут этот же квест, да, создать руну, скажут нам, назовут вернее нам все ингредиенты, там, да, вот этот вот частицу теневого голема, там, все эти вот приколы, да, как раз вот глаз каменной пумы вот этой вот самой, да. Просто, как бы возникает один вполне логичный вопрос, как нам догадаться, где все эти вещи находятся, да. О, блин, а я хоть туда допрыгну-то, елки-палки, то я что-то не сообразил, кстати. Блин, Клинтон. Я ж походу туда, наверное, так не допрыгну, чуваки. Ну капец, а я что-то протупил. Надо было, наверное, идти той старой дорогой, которой мы в прошлый раз туда добирались. Потому что я так чувствую, что... Высота-то ведь тут, видите, какая, да, он, наверное, просто... Хотя нет, смотрите, допрыгнул, красавчик. Так, давайте я одежду переоденем, чтобы нас не боялась та самая пума, которую мы сейчас будем валить. Вот она. А, нет, обычная пума. Подождите, где каменная? А, вот, наверное, каменная, да? Ты каменная, да, пума? Эй, сестренка, ты куда побежала? Да нет, тоже обычная пума. Я что-то не понял. Может быть, она появится здесь только тогда, когда появится квест. В принципе, такой расклад тоже возможен. Да, наверное, так оно и будет, потому что я что-то здесь никого не вижу. Капец, когда получается, что я сюда только зря вот тут прибежал. Да, наверное, только когда появится квест. А, вот, и как нам догадаться, где нам искать этот самый глаз каменной пумы, да, там, или вот прочие такие вещи, да. Вот, оно как бы нигде не указывается, и приходится тут это искать самому, и как надо догадаться, что это будет находиться здесь. Да, походу здесь каменной пумы сейчас нету, я так понял, что нам в натуре, наверное, появится, когда мы уже возьмем квест. Опять такой конченый прикол, да, дождись, пока появится квест, тогда у нас появится и пума. Ну ладно. Хорошо. Да иди ты, ну вообще, блин, да что ж такое, а, эта скотина меня опять отравила, а.
запарили типа гамолы. Лучше, наверное, носить эту лучше нормальную одежку, чтобы они нас отравить не могли. Полный какой-то капец. Так, где-то у нас сыр был, хочу сыра нажраться. О, так у меня GNX, кстати, полным-полно можно будет наварить. Давайте денем эту одежду, чтобы они до нас уже не доколупывались. Все. Блин, только зря такой путь проделал, прикидывайте, чуваки. Я что-то думал, что уже можно будет сразу этот глаз забрать. А, сразу несколько зайцев в одним ударом, так сказать, сделать, да? Да, но зелье, кстати, реально классное. Конечно, больше пользы было бы от него, если бы мы его до Эрдората бы еще замутили, но, в принципе, сейчас тоже неплохо. Один минус, что много вы его не наделаете, да, потому что для этого нужны сердца огненных големов. Ну, а сколько огненных големов здесь можно встретить по ходу игры, там? Я не думаю, что сильно много, да, там они все в Рудниковой долине, как бы. Ну, есть еще один, а в Долине Теней, помните, там один был. Вот, ну он там всего лишь один, да. Ну и в Рудниковой долине все остальные. Я не скажу, что их там как-то сильно много. А как бы вот. Ладно, мы потом еще раз наведаемся сюда за каменным глазом. А сейчас тогда пойдемте к Сатурасу. Сообщим ему печальные новости про Риордина. Эй! Братишка, я нашел Риордиана. Потому что. Короче, он мертвый. Давайте ему эту фигню. Амулет отдадим. А как он пошел? Я совсем теперь. Угу. Значит, нам теперь нужно опять идти в ту фигню. А, так вернее, это будет не там, извините, я протупил, это будет не в храме Адануса. Вернее, да, в храме Адануса, да, я что-то весь фиков что запомнил. Мне запомнилось, знаете что? Тут звери появились, прикол. Богомолы, кстати, все те же. Что это будет, все в том же. Че, вообще бордел, ты че, варана трогаешь ты, скотина? Что это будет все той же библиотеки, я ждал, вот здесь вот сейчас будет. Ой, так куда мы пошли? Мы же опять туда пошли, да елки-палки. Че же я так туплю-то, а? Вот, нам сюда наверх надо. Так. Да, и еще в чем минус, что придется сейчас опять проделывать весь этот путь, да. Ой. Тоже такой напряжный момент тут. Вот. До самого храма, то есть опять через эти ловушки. Никого ведь телепорта нету, правильно, для того, чтобы туда попасть быстро. Это приходится опять весь этот путь так вот проделать пешком. Это тоже такой напряжный прикол. Плюс то, что нам придется это проделать несколько раз, да. Короче, просто полный капец. Кстати, я орков вроде бы как слышал. Я же вроде бы здесь всех перебил. Че, кто-то остался, что ли? Блин, да в какую дверь идти, да? Вот попробую вспомни. Пробую реально вспомнить, в какую из дверей нам надо идти. По-моему, в ту самую крайнюю. Ну да, по-моему, вот в эту, конечно. Я, конечно, могу и ошибаться, да. Ну, прикиньте, сейчас буду еще здесь опять эти ловушки проходить, опять на них же натыкаться. Это, конечно, будет полный прикол. Ой. Но нет, слава богу, да, я с первого раза пришел. Сделали бы как-то, чтобы можно было сразу же, вот быстро, как-то одним телепортом сразу же попасть в эту фигню, да? Давай, давай, давай. А вообще сам квест, в принципе, отметить можно, да, квест довольно-таки интересный с этим освещением, да, там будет, ну, что-то типа волн, да, там будет каждый период времени появляться какие-то новые волны, и в этих волнах там будет, естественно, все круче и круче всякие монстрики, да, начинаться все будет, по-моему, с обычных скелетиков, да, заканчиваться там вообще всякими там уже обреченными паладинами, вот этими, вернее, обращенными, да, там вот такими вот чуваками, то есть полный капец. Так вот, уже здесь маги воды собрались. Нам, наверное, надо сразу же подсобирать, да, вот зелье маны, приготовить, вернее. А, сохраниться даже сразу в два слота, в принципе, почему бы и нет.
Ну и побазарить с Сатурасом. Хорошо, мы можем начать все, что... Ну, помешать, короче, нам, чтобы мы смогли завершить. Ибо когда это начнется, мы все будем без защиты перед любой угрозой. Я все понял, хорошо. Все, сейчас братва так станет по кругу, короче, и начнет свой ритуал. Ну а нам нужно будет останавливать всех, короче, плохих ребятушечек, которые будут пытаться помешать нашим дружбанам магам воды. Ну давай, братишка, давай, давай. О, пошло, пошло добро. Все, давайте-ка сохранимся. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Валить их, наверное, будем волной смерти у Ризеля, да, я другого, в принципе, варианта не вижу. Жалко только что-то, да, нужно ждать, пока они этот ритуал проводят, потом ждать, пока появится наконец какой-то монстр, или какой ночь, это напряжно, да. Вот это вот ожидание, реально. Так-то квест четкий, но просто что вот уже надоедает этот прикол с ритуалом, да, как это было с глазом Иноса, или вот там с другими какими-то приколами, да, или с восстановлением орнамента. Вот это стоишь, ждешь, пока они его закончат, а тут еще надо стоять, ждать немножко, так сказать, напряжение, да, потому что ждешь, когда же уже кто-нибудь появится, да. Я лучше буду почаще сохраняться, потому что вдруг я там что-нибудь провтыкаю, да, и чтобы потом не ждать опять все это время. А, вот. Ну чё, а где кто-то? А чё, не... вообще никто не хочет появляться, что ли? Чё-то пока что всё слишком уж спокойно, а? Вообще, зацените, вообще никто не хочет появляться. Полная какая-то жесть. Может, у меня опять какой-то глюк? Может, у меня здесь никто не будет появляться? Может быть, они просто сейчас, короче, пройдут этот ритуал и все, и не будет никакой ни нежити, никого? Потому что же, в принципе, по-моему, должен был бы кто-то появиться, да? Уже времени так прошло достаточно много, как бы, да? О, ну вот, наконец-то, вот, да, видите, слуга зла. Ого, так они крутые, чуваки, они реально крутые. У них капец сколько хп, конечно. Так, ну вот, первую волну мы, так сказать, сделали. Ну, правда, хп они сносили нам не очень много, да, прямо скажем. Ну, время подготовиться, как бы, у нашего игрока достаточно, потому что следующая волна будет там где-то, ну, может быть, через секунд, там, 15, или даже, может быть, даже почти через минуту, поэтому, как бы, время у нас на то, чтобы подготовиться, есть. Ничего страшного, как бы, нет. Спешить сильно не нужно. Ну, так вот и будет, волны, и монстрики будут становиться все круче, да, сначала вот эти вот медленные зомбаки, потом будут, по-моему, какие-то скелеты демонические, потом эти обращенные, да, там, всякие паладины, там. Ну, в основном, короче, будет, по-моему, вернее, не в основном, а только нежить, по-моему, будет. Там, по-моему, только в конце какой-то демон появится, если я, конечно, не ошибаюсь. Или несколько демонов, или один какой-то демон. Что-то такое мне, во всяком случае, запомнилось. А, вот. Ну, я же вот немножко такой тоже квест напряжный. Да? Вот, стоишь, ждешь, пока кто-то появится, потом их валишь, потом опять стоишь, ждешь. А, как бы такое. Ну чё, ёлы-палы, а? Полный капец, короче. Конечно, можно было бы сделать вообще как-то обрезать видео, да, до того момента, как появляется опять следующая волна этих чуваков, а потом опять обрезать, потом опять снимать, да. Но с другой стороны, то как-то это тоже не сильно весело, да. Кстати, вторая волна, по-моему, была легче, чем первая, да, весь прикол. Как по мне, я думаю, вы даже согласитесь. Просто ждать, как бы, тут и так все равно не сильно много, да, пока появится следующая волна. Как вы видите, там реально не очень долго кастуются. А столько обрезок делать и склеивание, ну, мне просто честно, чуваки, мне реально какой-то ленький. Вы уж не обижайтесь на меня. Так, ну вот, ну и, по-моему, осталось всего две волны, если я не ошибаюсь, да. Скелеты уже были, зомбаки были, по-моему, следующие будут обращенные паладины, да. А потом будут эти демоны или демоны, короче. По-моему, тут всего четыре волны. Хотя, конечно, уже могу и забыть, потому что я концовку возвращения очень редко проходил, потому что мне было как-то не сильно интересно.
А поэтому тут, конечно, у меня с памятью могут быть намного большие провалы, чем это было там, допустим, в других частях нашего прохождения, да? Ну вот, как видим, волна смерти у Ризеля здесь все решает, да, то есть нам вообще не нужна никакая другая магия, мы тут со всеми справляемся чисто волной смерти и не паримся вообще. А, как бы так. Ну чё там, блин, ёлки-палки, чё ж так долго-то, а? Давай. О, вот, появись, да, вот уже, вот, видите? Обращенные паладины. Ого! Ой-ой-ой-ой! Мы еще встретимся! А то он понял, что ли стреляет? По нам стреляет или по ним, я не могу понять? По нам, да, вот скотина. Я просто случайно попал по магу воды, когда их защищал, вы видели, наверное, да, волной смерти вылезали, случайно по нему попал. И, короче, они на меня обиделись. Кстати, ря, эти обращенные паладинчики довольно-таки крепкие пареньки, да, я думаю, вы согласитесь. То, что так пришлось попариться, прямо скажем, да. Три выстрела на каждого нужно, по-моему, по минимуму. Это, конечно, не сильно весело. А посохом я даже не знаю, я потяну посохом их или нет. Честно говоря, потому что у меня хп сносил довольно-таки нормальное количество, да, с одного удара. Блин, опять ждать надо было сохраниться. Я просто что-то не думал, что все будет так сложно с этими обращенными паладинчиками. Ну да, походу 4 волны, потому что, по-моему, обращенные паладины, а потом то ли будет один демон, то ли несколько демонов, по-моему, на этом все. Так что, в принципе, походу 4 волны всего тут есть. Ну чё там, ну ёлки-палки, да? Давайте, наверное, сохранимся, потому что, по идее, уже прошло достаточно времени, чтобы потом опять все не ждать. Давай, давай. О, наконец-то. Раз, два, три. Так, уходим от второго. Где он там? Раз, два. Блин, он такой покоцанный уже, а... Сын его, наверное, посохом допилить не смогу. Да иди ты в очко, а. Какой жестокий паренек. Все. А, так давайте-ка полечимся. Да, блин, реально, эти чувачки были довольно-таки крутые, прямо скажем. Так, давайте пополним нашу ману. Так. Все, еще раз сохранимся. Ну все, осталась еще одна волна, и там, по-моему, будут демоны. Ну что круто, что у меня еще ни разу не было такого, чтобы кого-то из магов воды даже хотя бы разок коцнули, да. То, что реально, конечно, очень круто. Пока что я на все 100% выполняю свою функцию, так сказать, телохранителя, да. Ну, сейчас с демонами не знаю, если будет несколько демонов, то не знаю, смогу ли я сразу всех удержать. Ну, посмотрим, как оно что будет. Давайте, может быть, сейчас я свет зажжем, потому что здесь довольно-таки темно, я что-то затупил. Ну чё, давай, последнюю уже волну, ёлки-палки. Слуги зла. Да, как-то для слуг зла слишком уж мало за них опыта дается, там по 140, да, по 100 с чем-то. Реально маловато будет, прямо скажем. Чё, ёлки-палки. Так, после этого, значит, мы вернемся в Харинес, поговорим с лордом Хагеном. О, вот. А нет, только один какой-то чувачок. А чё он только один? Я чё-то не понял, нет юмора. Он, конечно, читерский, я тут спорить не буду. Он реально, конечно, очень такой читерский.
ХП у него как бы много, да, я у него сколько раз куснул этой фигней, его нифига не брало. Но все равно ведь он только один. Это как бы не очень честно. Так, хорошо. Значит, 5 вон, походу. Потому что, ну, по-моему, должен быть какой-то или один демон, или несколько демонов, блин. Ну, должно быть что-то такое. Блин, а хоть бы сейчас не было такого, что только один сначала такой чувачок, да, супер крутой, а потом такая целая толпа будет. Это будет реально грустно, чуваки. Очень я надеюсь, что такого не будет, реально, очень-очень надеюсь. Ну а там, конечно, посмотрим. Ну, в принципе, можно будет, да, ну, блин. Если не будет агриться на магов воды, то это будет неудобно, да, потому что убить одного такого вы видели, у него надо где-то 5 или 6 выстрелов волны смерти урезали, чтобы одного убить. А что тут говорить о толпе? Хотя, конечно, если сразу в толпу стрелять, но сразу же всех кости будет, это да, но все равно. Так, у нас выставлена эта магия, да? Да, вернее, мана. Давайте еще раз сохранимся. На всякий пожарный. Ну давайте, кто там следующий, елки-палки. Довольно-таки длительный это процесс, да, как вы видите. Я, честно говоря, как-то запомнил у вас мне, что это будет не так долго, но, как видим, все это довольно-таки долго и нудно. Ну чё, никто не появляется, а? А, вот, да, вот, демон, да-да-да-да-да. Все, прибили мы демона. Ну, по-моему, это был уже последний чел. По-моему, больше как бы никого не будет. Все, обыскиваем демона. На всякий случай давайте-ка включим на зелье. Ну, по-моему, это как раз последняя должна быть фигня. По-моему, один демон и все. По-моему, это была последняя фишка. Давайте, быть может, попытаемся поговорить с Сатурасом. Быть может, уже все, он кончил. Братишка, ты кончил? Братишка. Оставь меня. Не, нифига, он не кончает еще. Значит, может быть, еще что-нибудь волна какая-то. По-моему, просто после демона все. Ну, ладно, будем ждать. Будем ждать тогда. Возможно, появится сразу несколько демонов. Может быть, такой прикол. Даже не знаю. Просто, по-моему, вроде бы таких волн больше быть не должно. Блин, такой же долгий-то ритуал. Я уже запарился, честно говоря. Реально, чуваки. Сколько можно, а? И никто не появляется почему-то. Дайте мне уже кого-нибудь завалить, что ли, или давайте уже ритуал заканчивать. О, вот, божественная сила начинает наполнять храм. А он, да, по-моему, больше никого не будет, да, реально, по-моему, она сейчас начнет наполнять, потихоньку, короче, уже наполнит, и, по-моему, никаких врагов больше не будет. То есть все волны мы уже успешно зачистили, так сказать. Да блин, да сколько же еще ждать-то? О, все, вот они уже все собираются, значит, походу все сделали, да? Подожди, сделали дело? Да, вот еще опыт, кажется, у нас все получилось. Тут явно хотел помешать задуманному, но теперь я чувствую, что это место богатство Адамаса. Само собой, благодарю тебя за свою помощь, она была бесценной. Так, теперь отправитесь на помощь к Ворду Хагену. Да, я приду по его зову, и да поможет нам Адамас. Все, короче, поддержкой махов воды мы заручились. Ну и хорошо. Так, пойдемте теперь портанемся. Ну и все, будем валить пока что из Зеркендара. Мы, конечно, сюда нам придется теперь еще вернуться. По двум причинам. Первая из них это... это, короче, это самое. Сходить в хромаду, чтобы получить благословение. Вторая это убить каменную пуму и вырвать у нее... глаз. Но для руны и хранителя нам не хватает всего лишь двух ингредиентов. Это юнитор и каменный глаз пумы. Как раз, да. Но я так понял, что юнитор, наверное, тоже появится только когда мы уже возьмем квест. Да, он будет старой башней Ксардеса в долине рудников.
А вот. Да, сейчас, короче, мы отправляемся к лорду Варусу, вернее, к лорду Хафину в Форт Асган. Сразу с ним по поводу всего перетрем. И по поводу пиратов, и по поводу наемников. А вот. Потом сбегаем назад в лагерь наемников, наделаем этих самых мечей наемникам, чтобы они уже тоже нас поддерживали. Вот, еще можно, кстати, заручиться поддержкой стражей братства, но для этого нам нужно им дать там, по-моему, 10 или 20 зелий ускорения. Любых, можно дать быструю селедку, можно дать зелье ускорения, да. У меня столько нет, у меня есть только один из таких и 4 таких. Ну и мне, честно говоря, как-то в подол накупать. Ну и я же смысла не вижу. Там, в принципе, же можно даже с паладинами и наемниками чисто одними разобраться и все. О, этих рыцарей тоже порешили, прикиньте, чуваки, а. А вас-то за что, чуваки? А поэтому, в принципе, тех чуваков, что мы уже нашли, я думаю, нам вполне хватит. Магии воды, магии огня. А, вот, так, значит, давайте на ферму Анара. Наемники, паладины, так что, короче, я думаю, что мы уже и так справимся. Пираты те же самые, да? Ой, так нет, нам сначала ж надо к... Ой, не, когда, да, надо сначала к Орду Хагену, точно. Все правильно. Так, топаем, топаем. И вот, я жалю, да, вот приходится все время там бегать туда-сюда, это как бы тоже, тут то, что из минусов, ну, на мое мнение, да, вот реально. То есть беги туда, беги сюда, беги туда, беги сюда, это очень сильно начинает напрягать со временем, да, вот. Из Зеркендара беги в Хаинис, из Хаиниса беги сейчас в Форт Паладинов, потом из Форта Паладинов назад в Хаинис, сделай эти мечи этим конченным наемникам, да, как бы, ну, блин, полный капец. Как бы вот. В принципе, есть у седьмой главы, есть у концовки возвращения и свои плюсы, да, там, в принципе. Но все же, вот именно у концовки реально минусов, по-моему, побольше. Ну и сам сценарий, повторюсь, какой-то слишком уж однообразный, сам геймплей становится слишком однообразным. Ой, как бы вот. Все, топаем. Успешно мы помогли магам воды. И это, конечно же, хорошо. Так, значит, сейчас нам взять рецепт, напилить мечей. Там, по-моему, нужно будет 20 мечей сделать, если я не ошибаюсь. Ну, остальные заготовки у нас есть, руда у нас есть, поэтому, в принципе, никаких напрягов, с этим не будет. Так, хорошо. Братишки тут стоят, жрут, короче, пилят, базарят. Так. Братишка. Ты... Вот, я перенес ответ от наемников. Что же Не они согласен сказали? быть. Однако он хочет. Что? По его мнению, это сделает его людьми. Так я. Надеюсь, тебе известно, что рудные. Он сейчас будет морозиться, Ну, но мы скажем, что этого допустим. требует А ситуация. тогда их нужно. И как ты мне прикажешь это сделать? А единственное место, где ее можно. Если. Какой же ты все-таки упрямец, это. Ах, ладно. Найди магическую руду и выкуй из нее столько рудных клинков. Вот, возьми этот свиток. Там. Вот он Хорошо. дал нам записку Хагина, и там, короче, есть рецепт. Так, пиратам нужен ваш корабль. Пират только на этих условиях. Отдать им наш корабль? Да я скорее сдамся в пленку. Но нам, в конце концов, он тебе. Ты прав, но я не могу вот так просто. А что будет, если они. Довольно. Что? Конечно, ведь сделав это. Но орден паладинов священник. Только в скором времени, поскольку. Короче, он тут что-то Уинус. базарят, базарят. Насколько. Да, все, короче, он дает добро пиратам. Мы потом подойдем еще к Грегу, ему все об этом сообщим, он скажет, дай мне еще денек об этом всем подумать. И потом, короче, тоже согласится поддержать нас. Хорошо. Вот мы уже, в принципе, уже не кислой поддержкой заручились, да, уже считайте, что наемники ставим, потому что сейчас мы уже выкуем эти мечи. Давайте теперь сразу же научимся, сколько у нас интеллект 139, сейчас, по идее, будет 140. Так, где там этот рецепт Лорда Хагена? Где этот... Где эта штучка?
Штучка-дрючка. Так, сообщение Константина, старое письмо, черного. Вот. Вот. Необходимо взять 10 кусков магической руды и нагреть до определенной температуры. Да, такие интеллект у нас теперь 140. Ништячок. То есть наемников уже почти мы получили поддержку, а магов воды уже получили. Магов огня там, по-моему, даже не надо будет ничего делать, они и так нас поддержат. Ну, я же еще можно охотников, но мне впадло, и еще можно болотное братство, но мне опять-таки впадло. Так что-то можно, конечно, компашку дособирать вообще не кислую. А вот... Так, значит, сейчас напилить этих мечей. Так, надо будет сначала, по-моему, спросить еще у Ли, сколько именно мечей ему будет нужно, да, и наделать их ему. Здесь, как бы, опять-таки, косяк, даже в самом сюжете, да, у наемников есть свой кузнец, а Беннет, да, почему нельзя просто дать Беннету... Да хорошо. Почему просто нельзя дать Беннету этих самых кусков магической руды, а он бы напилил этих самых мечей, да? Вот здесь реально тоже бред, как бы, есть... Я же, это он же здесь кузнец, кого Макар, я должен делать мечи, я уже все сделал, рецепт у меня есть, даже ингредиенты есть, я бы поделился, просто хай Беннет их сделает, нет, нужно все делать самому, то есть вообще жестоко. Сколько нужно тебе клинков, придурок? Чтобы вооружить все... А, около 30, он говорит, блин, а мне запомнилось 20. Блин, мне хоть точно хватит на 30 клинков? Потому что, честно говоря, ну, руды-то хватит, а вот остальных заготовок, реально, я даже не знаю, сколько у меня остальных заготовок. А, две раскаленных и... Где просто остальные заготовки? Да елки-палки, где вы есть, а? Блин, найти не могу, представляете, чуваки, а? Полный фуфел. А, вот, 25. Блин, так мне, походу, не хватит на 30 штук. Если даже нужно по одной стальной заготовке, то мне даже при таких раскладах не хватит. А, могу я тебе что-нибудь купить, братишка? Так, у него нифига такого нету. А у тебя что там? Со снаряжением у кузнецов. И у тебя нифига такого нету. Ну ты, блин, мочишь, а. Так, ладно, давайте сначала уже тогда раскалим все эти стальные заготовки. В принципе, можно наведаться в Харинис, там обыскать Брайана, Харада, и у них, конечно, тоже будут эти самые остальные заготовки. В принципе, тут такое дело. Ну, посмотрим. Давайте пока что наколбасим те заготовки, что у нас есть, да, 25 штук, или сколько там у нас их? Да, 25 штук. А вот, теперь давайте наколбасим этих самых мечей. Так, вот, рудное оружие. Ковать рудный клинок паладинов. И вот прикиньте, да, опять-таки, то есть, как бы, момент, да, нам нужно так сделать 30 раз. Конечно, это полная жесть. Почему здесь нельзя сделать, допустим, сразу изготовить сразу 30 мечей там, да? Или там, допустим, 20 мечей. Нет, ты каждый меч по одному делай, как полный идиот какой-то, да, это... Полная тоже как бы жесть на самом деле, я считаю, реально. Плюс то, что сейчас этот будет придурок меня все время напрягать. Все время будет пытаться у меня забрать наковальню. Все, и сейчас у него этого даже уже удастся, я вам скажу. Видите, уже он кует как бы. И мы наделали только сколько там мечей, наверное, вообще ж понты какие-то, да? Сколько мы там сделали этих самых мечей обоссанных, а где он там? Да где вы, елки-палки? Благородный меч чудовища. Вот, простой рудный меч. Урон 100, сила необходима 100, одноручное рубище. Так, я предлагаю в натуре портануться к в порт. И там в Харинисе делать, во-первых, мечи. Там нам, во-первых, никто мешать не будет. Орки нас ведь трогать не будут, правильно? Это раз. А во-вторых, там могут быть остальные заготовки у Харада и у Брайана. Как бы вот. Ну, насчет остальных заготовок, ну тут как бы такое, на корняк мы можем даже той же руды сами добыть, да, так как мы умеем добывать руду. А еще можно там в лесном лагере, по-моему, накупить, поэтому, в принципе, тут таких даже особых-то напрягов и нет, да.
А может быть, нам даже остальные заготовки, кстати, они не нужны, может быть, нам нужна только руда. Потому что в рецепте говорил, что нам нужна только руда, помните? Там не писалось про остальные заготовки. Вот давайте даже глянем, кстати говоря, общая информация. Где там эта ковка? Ковка. Вот ковка. Да, видите, 10 кусков из магической руды. Не написано, что нам нужно там какие-то остальные заготовки. Так, сколько мы уже сделали? Мы уже сделали сколько вещей. И дело, елки-палки, ёпта. Ага, вот, 17. Нам еще нужно 13 штук сделать. Слушай, давайте сделаем как в старые добрые времена, да? А, так он что-то не боится, посмотрите, а, скотина. О! Вот это ты молодец. Вот так вот будем в натуре делать, чтобы не ждать то, что новый пень. Он будет все время на нас это забирать нашу наковальню, у меня нет времени. Тут орки, блин, на носу стоят, да? Надо напилить мечей, елки-палки. Так что, быть может, нам, кстати, не понадобятся эти самые остальные заготовки, потому что даже в самом рецепте говорится, что вроде бы как нужна только руда, да? Ну и это довольно-таки удобно. Так, сколько там? Это уже, по идее, 20 с чем-то. Ну, в принципе, почти мы уже закончили. Я живу, жалко, что нельзя сразу взять 30 мечей сделать, да? Вот надо вот это вот задрачиваться. Полный капец, на самом деле. Вот это по одному их делать. И как я это сделаю? А, вот, видите, как я это сделал? Я сделал 27, значит, все-таки нужна остальная заготовка, чуваки. Хорошо, раз нужна остальная заготовка, то тогда давайте портоваться в Хаинис. Где там у нас порталы? Давайте включим пока что к монастырю, и где у нас, а вот в гавань. Так, хорошо. Прямиком сразу же идем мы туда. К этому самому, к Хараду и Брайану, для того, чтобы замутить себе остальных заготовок. Будем надеяться, что они, кстати, у них будут. А где они, кстати, этот Харад и Брайан? Блин, ну капец, тут только Элрих вот есть. Блин, может быть, они просто выжили, может быть, их не убили. Блин, это, кстати, будет очень плохо. На самом деле. Ну да, потому что мне, блин, нужны остальные заготовки. Где же их взять? А, вот, Харад точно есть, хорошо. Да, у Харада, конечно, очень много было остальных заготовок. Брайана я вообще не вижу. Блин, капец, а что делать? Где мне взять эти конченые стальные заготовки? Ну, есть, конечно, вариант отправиться в Рудниковую долину, да. А тут я, в принципе, не спорю. Можно отправиться просто банально в Рудниковую долину и, короче, замутить себе там стальных заготовок. Так, вот, Брайан. О, вот у него что-то есть, да? А, это клинки. Блин, капец, а. Можно их наколбасить самому, можно накупить, как бы, в лесном лагере там, по идее, должны быть пара штук точно. Так, у кого они еще могут быть? Возможно, Зурис там или, блин, Хакан. Давайте посмотрим, может быть, у кого-нибудь из них. Все, у Зуриса, конечно, вряд ли будет. О, кстати, а Зурис вообще обыскать, у него не будет пламени Легора? Не, нет у него пламени Легора. Тоже, кстати, такой момент, да, как бы, блин, капец, мы же ему отдали пламя Легора, почему оно у него не появляется, да? Полный капец. Так, что-то я Хакона не вижу. Вижу только Юра, может быть, у Юры будет? Не, у Юры тоже нет. О, а Сара, может быть, у Сары, кстати говоря, вполне может быть, у Сары остальные заготовки. Сара. Да капец, да что ж такое, ни у кого нет остальных заготовок, вы что, издеваетесь в натуре, а? А Хакона что-то я не вижу, так же самое, как и Фиска, не знаю почему. Да, походу, быть может, они выжили или чё. А, хотя Хакон еще вполне может быть в этом домике, где он вместе с Зурисом тусовался все время, помните? У меня может быть как бы такая фишка. Но нет, здесь только какая-то телочка дохлая.
Понятно. Ну, короче, тогда давайте делаем следующим образом. Раз такая засада, что же уже поделаешь. Тогда мы, короче, отрубаем гавань. Давайте в монастырь. Так, в монастырь. Вот. Давайте сразу же поговорим с пиракаром. Возможно, у него удастся взять квест. Насчет хранителей. Так, я предупредил насчет остальных магов воды об опасности. Нам за это дают аж 1000 золота. Вот бы раньше нам давали бы тогда, за то, что мы просто пошли в начале игры, прикиньте, пошли, что-то сообщили, нам дали 1000 золотых. Тогда, когда нам это реально нужно было, да? Да, пойдемте поговорим с пиракаром, реально. Возможно, он нам что-нибудь такое сообщит. Ну и плюс заручимся поддержкой магов огня. Как бы вот. Предлагаю такой план действий. Ну а потом пойдемте в Рудниковую долину и, быть может, сразу же пойдемте в лесной лагерь, поговорим там с Недбеком. И заодно, кстати говоря, можно будет сразу же и... Это самое, там возможно накупить стальных заготовок. Если не удастся, то придется вообще покончить, придется самому их добывать. Слава богу, нам их, конечно, немножко нужно, да, 3 штуки, в принципе, это, конечно, да. Это радует, но с другой стороны, честно говоря, это такой бред, что я аж офигевший, правде говоря. Зачем было это делать? Именно 30 мечей, почему не 20 там, да? Полный капец. Из остальных заготовок главное купить не у кого, ни у Беннета нету, да, ни у Ходжеса, ни у дохленьких этих Брайана с Харадом, капец, короче, полный. Руда есть, а заготовок нету. Так, ладно, пиракар, значит, я нашел странный альманах, даем ему, получаем 600 опыта и что-то там еще. Погоди, нам нужна твоя помощь. Лорд Хаген. Да, вот, короче, он окажет нам эту помощь. Я говорил с головой паладинов. Эй, ты! Так а чё, про хранителей, короче, ничего не известно, да? Угу. Понятно. Да, это грустно. Пиракар пока что, короче, ничего не знает. А когда же он, кстати, я буду знать? Я же вроде бы все такое сделал. Непонятно. Ой, ладно. Может быть, мне сразу же нужно сбегать к тому Недбеку? Я вот даже не знаю, чуваки, а? Так, где выход вообще? Поход куда-то сюда, да? Ну да, я же, по идее, все такое сделал, правильно? Я уже храм как бы очистил. С паладинами поговорил, как бы, то есть, как бы, все это есть, да? Даже помощью наемников уже почти заручился, осталось только намутить себе руды. То есть, непонятно, почему пиракар до сих пор не может нам сообщить о том, что он там что-то уже разузнал о хранителях. Меня это реально удивляет. Просто, по-моему, это он нам должен сообщить, что, типа, есть какое-то другое божество, и вот, типа, оно нам и поможет, да? Как бы, вот... Ну да, реально, нам больше даже и заниматься нечем, правильно? Че, война с орками, магия огня, это то, что нас поддержит, условия пиратов и рудное оружие для наемников. То есть нам просто больше даже и квестов-то ведь никаких нету, по сути. Ну ладно, давайте тогда в Рудниковую долину, в натуре попробуем сразу же отправиться в лесной лагерь, быть может там что-нибудь произойдет. Так, 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 где там наша... Ой. Да, монастырь давайте даже отключим, давайте к проходу. Опять здесь орки появились, это какой-то капец, вы прикиньте, а только же их здесь всех перевалили, опять здесь появились орки. Рестаются вообще каждые 3 секунды, это, конечно, совсем не весело. Но остальные заготовки в лесном лагере, по-моему, должны быть по-любому, да, потому что я точно помню, что там же будет их не самый великий кузнец, помните, какой-то там, я уже забыл, кого зовут, правда. Вот, ну вот он по-любому там будет, и у него по-любому будут стальные заготовки. Ну и плюс еще те же обычные торговцы, то есть у них тоже должны быть хотя бы какая-то там парочка штук. Ну а остальное, если уже все будет совсем плохо, я повторюсь, мы уже набьем туда вручную, слава богу, я руду добывать умею. На крайняк ее еще можно даже у того же Храмиса будет обучиться добывать, да.
что здесь-то проблемы нету. Главное, чтобы уже наконец-то с нами заговорили по поводу хранителей, да? По поводу всей этой фигни, и мы уже начали делать руну. На самом деле. Как бы вот. Все, опять мы попадаем в рудниковую долину. Но я же вот этот бегание туда-сюда, оно реально он начинает напрягать. Ну, в принципе, чуваки, мы уже даже почти все сделали. Сейчас доделать мечи для наемников. Поддержку мы уже всю как бы получили. И магии огня, и магии воды, и наемники, да, и пираты. Еще сбегаем к пиратам. Больше я никаких поддержек мутить не буду. Храм мы уже очистили. Сейчас нам только вот решить вопрос с руной для того, чтобы уничтожить хранителей. Да, решить вопрос с хранителями, как бы, да. Зарулить их, и потом сражение у фермы Анара, потом просто зачистить Харинис, и все, как бы игра пройдена. Поэтому нам уже, в принципе, осталась фигня. Сейчас главное, чтобы поскорее все это разрулилось по поводу этого самого хранителя. Потому что честно, я пока что, я что-то не могу понять, что не так, что им не нравится. Так, Горнобар, братишка, покажи мне свои запасы. У тебя есть хоть остальные заготовки? Пожалуйста, пускай будут, а? Блин, ну это капец, у него нет никаких остальных заготовок. Просто издевательство какое-то, а? Так, ладно, давайте поговорим с Недбеком. Возможно, можно сейчас уже будет с ним побазарить и возьмется этот конченый квест. Так, это мы куда-то туда пошли. Да, вот он там находится. Так, братишка, ты мне должен помочь, потому что это полный капец. Так. Что-нибудь произошло в последнее время? Как ты относишься к другим божествам? Как же ты, бог, относишься к людям? Раз твой... Ты видишь? Впрочем, я сделал одну для этих сидел. Спроси. Ага, да, с ним пока что нельзя, видите, говорить по этому поводу. Значит, только когда Пирокар нам об этом сообщит. Ну а Пирокар-то ведь там почему-то до сих пор еще ничего не говорил, я не могу понять почему. Не прошло еще что ли время или чего ему не так, а? Так, ну что, у меня последняя надежда тогда получается, реально последняя надежда, чуваки, просто тупо на то, что... Ой, просто тупо на то, что как бы этот самый их главный кузнец даст мне какую-то парочку стальных заготовок, да, потому что реально я уже не знаю, где их взять, мне надо 3 штуки намутить. А если нет, то придется мне сейчас самому добывать руду, это, конечно, будет полный капец. Мах воды, который добывает руду, это, конечно, реально очень эпично. Ну и плюс я же должен же наконец-то Пирокар сказать, то, что вот, братишка, я вообще-то там прочитал и узнал, что нам нужна поддержка какого-то древнего божества. Он почему-то до сих пор этого не прочитал, я не знаю, может быть, должно пройти какое-то определенное время, потому что квесты-то я вроде бы все такие уже сделал, я же говорю, то есть, что еще ему надо, я уже и с паладинами поговорил, поддержку начал мутить. То есть, как бы не совсем понятно, что его не устраивает. Так, вылезли, хорошо. А вот еще похват помню, куда нам идти надо. А, вот Дарио. Минутку. Че, она повисла, что ли? Блин, чуваки, ну и... Ладно, тогда я сейчас буду прописывать и так, потому что мне честно, мне реально впадло, а? Вот, вы хотите бежать, если хотите нет, у меня реально впадло перезапускать игру, просто из-за того, что это конченная игра, вот правда, честно, мне просто леньки. Еще одним монстром стало. Так, братан, я с тобой поговорить хочу, не уходи. Подожди минуту. Наконец-то. Зашибись, я хотел с ним поговорить, если с ним не о чем говорить. Ну вообще песня. А куда он ломится? Походу на свою кузню, да? Так, ладно, все, я понял все про эту игру. Короче, давайте достаем телепорт к проходу в рудниковой долине. Извиняюсь за читак, чуваки, но просто честно, мне было впадло уже опять перезапускать игру. Сейчас просто тупо не было настроения. Джеронимо! Да, чуваки, теперь прикиньте, нам теперь придется самому вручную самим добывать руду. Это, конечно, вообще полная жесть. А куда денешься? Стальные заготовки нужны, и поэтому никуда как бы не денешься. Ну тут рядышком шахта с тем самым Граймсом, помните, она там реально рядышком. Ну и да слава богу, как бы добывать намного не надо, да? Ой, так а шо ж добывать руду? Ёлы-палы, мы что ведь не умеем ее плавить, нас мог обучить только Вайпер, а мы Вайпера провтыкали.
А Граймс нас, по-моему, этому обучить не может. Если я не ошибаюсь. Ну да, нас мог этому обучить только Вайпер. А мы ж Вайпера все, как бы его убили. Блин, так это мы, походу, не сможем заручиться поддержкой наемников, чуваки, прикидываете, потому что нам не хватит того, чтобы сделать трех мечей, нет остальных заготовок. Ой, капец. Ну давайте сейчас поговорим с Граймсом. Возможно, у него как бы будет такая фишка, что можно будет. Обучиться у него плавить, но я, конечно, в этом сомневаюсь. Он, по-моему, учит только добывать руду, плавить он не учит. А Вайпера убили, да, и это, конечно, полный капец. Я даже не знаю теперь, что делать. То есть, разве что где-то поискать в прохождении, да, там, или что-то... Где-то поискать, где еще могут быть остальные заготовки спрятаны. Весь прикол, нам-то ведь и хватает, не хватает, вернее, совсем чуть-чуть, да, трех. Трех несчастных остальных заготовок нам не хватает, прикиньте, чуваки. Да, это, конечно, полная жесть, и будет очень обидно, прямо скажем. А, так уже все равно и на Граймса, да, здесь тоже все дохлое, я понял. Я понял. Ладно, давайте посмотрим, что там у рудокопа, быть может, у кого-нибудь из них будут остальные заготовки. Хотя, конечно, я в этом сильно сомневаюсь. Так, тут как бы никого нету. Да, капец, короче, мы зашли в тупик с этими наемниками, это, конечно, очень обидно. Блин, даже Граймса убили, вот скоты, а. У этого только кирки были, а у этого тоже только кирки, понятно. В общем, в долине рудников мы спасения, прямо скажем, не найдем. Хорошо. Ну что, отрубаем тогда это, включаем к проходу в Хариниси. Блин, так я, по сути, честно говоря, вообще зря портовался в эту самую долину рудников. Так, что его не устраивает? Ну хорошо, давай, братишка, разлючивайся. Ну хватит уже висеть, а. Молодец. А, тю, блин, я не то нажал, да. Да, это полный капец. Оно-то да, оно-то так, я в принципе не спорю. То есть, быть может, где-то... Есть там остальные заготовки, может где-то их там можно найти, может где-то можно их даже банально украсть у кого-нибудь. То есть, в принципе, тут такое. В принципе, может быть, можно было бы еще в замок сгонять, там пообчищать какие-то сундуки. Ну, не честно говоря, какой-то и леньки даже, по правде говоря. И плюс, я что-то точно не помню даже, где там что может быть. Да, я могу там 3 часа искать эти самые остальные заготовки и ничего не найти. Вот, ну ладно, если так, то хорошо, будем тогда без наемников. На крайняк тогда даже можно будет накупить зелий там ускорения, да, и взять с собой стражей, в принципе, замесь наемников, в принципе, можно и такой расклад сделать. И опять-таки глупый прикол, да, вот, допустим, я не умею добывать руду, я не умею плавить руду, да, вот, допустим, даже так, хотя вот добывать я умею, я плавить не умею, да. И вот, допустим, все отмычки я потратил, ой, вернее, все остальные заготовки я потратил, да, и что мне, как мне пройти квест? Как бы, то есть учителей-то ведь уже больше нету, было бы одно дело, если бы можно было бы найти учителя, да, который бы тебя там научил бы руду эту самую плавить и все на свете с ней делать, да, а учителей-то ведь как бы получается нету, и всем на это по боку получается, да. О, а меня такие отравили, вернее прокляли. Что творится, что творится. Кошмары прервали ваш сон, ну ничего, ничего. Главное, что рассвет таки настал. Блин, я же базарил с этим придурком, у него почему-то нельзя было купить зелье лечения одержимости. А, не, вот, есть. Все, ты чувствуешь себя освобожденным. Хорошо, так, давайте теперь в монастырь. Я даже не знаю, честно говоря, теперь, чуваки, что вообще делать. Ну, давайте сейчас попытаемся поговорить с Пирокаром. Возможно, уже он прочитал, наконец-то, нужную информацию, да? А, вот... Ну, а если нет, то я буду на этом выпуск завершать. Буду, возможно, где-нибудь там что-нибудь, не записывая, играть, искать остальные заготовки. Ну, хотя дело-то ведь не в этом, да? То, что Пирокар не хочет со мной говорить. То есть, дело далеко не в этом. Так, а может быть сейчас Пирокар там, или он теперь все время в библиотеке? Угу, он все время в библиотеке, хорошо. То есть, он не хочет, потому что какое-то время еще не прошло. А так-то что, мы же все такие квесты уже сделали. То есть, по идее, все, Пирокар должен быть согласен. Но насчет наемников, то тут как бы такое. Мы без наемников там справимся спокойно. Главное, что магия огня и магия воды с нами. Магия огня и магия воды с нами, да. Ну и паладины сами тоже будут валиться, так как бы тоже хорошо.
Еще и пираты к нам присоединятся, поэтому, короче... В принципе, проблем никаких нету. Даже без наемников справимся. Главное, что пиракар уже с нами наконец-то заговорил. Я не могу понять, почему он не хочет. Че ему не так? А, вот. Наконец-то сказал, что там нужно нам заручиться поддержкой какого-то там божества. Вот все дела. Вот. И мы уже наконец-то могли отправляться к Нетбеку. Делать руну и валить хранителей. Ну чё, братан? Эй. О! Тебе... Полный капец, ему еще до сих пор ничего не удалось разузнать. Ну ладно, тогда я, короче, чуваки, сохраняюсь. А на сегодня как бы все. Я, возможно, сейчас еще поищу где-нибудь эти самые стальные заготовки, попробую украсть. А, вот. И, честно говоря, что мы будем делать в следующем выпуске, я понятия не имею, потому что нам нужно просто тупо сейчас ждать, пока с нами наконец-то заговорит пиракар, да? Скажу, мы все такие квесты как бы сделали, ну, блин. Разве что есть вариант сбегать в Яркендар, но мне не хочется туда по 100 раз бегать, потому что нам потом придется туда по-любому еще бежать ради каменного глаза, да? Как бы вот. Поэтому я даже не знаю, чем себя занять все это время. Возможно, я так тупо и буду просто ждать, да. А просто тупо. Или давайте даже прямо сейчас прожду. Я просто сделаю обрезку кадра, да. Прожду, короче, целый день. Вот. И потом уже, когда он с нами заговорит, сниму. Давайте, наверное, так и сделаем, чуваки. Сейчас я сделаю обрезку кадра. А, сейчас, чуваки. Не, чуваки, я таки подождал несколько дней, а пиракар все равно с нами говорить не хочет. Но я, знаете, что подумал? Я так подумал, короче, наверное, это, наверное, потому, что он, наверное, с нами заговорит только тогда, когда мы уже скажем Морду Хагену, что вот, типа, я тебе людей всех собрал. То есть скажем, то, что вот тех, что я собрал, это и они и пойдут в бой. И, наверное, после этого пиракар уже с нами заговорит. Я так думаю, во всяком случае. А, вот. Значит, короче, стальных заготовок я так и не нашел, бегал-бегал не нашел, поэтому, короче, фиг с ним, будем без наемников. Я тогда предлагаю, короче, в следующем выпуске мы отправимся в Яркендар, поговорим с пиратами, сообщим им, мол, так и так, вот. Накупим там зелье ускорения или быстрые селедки накупим у Самуэля, да. Дадим 20 бутылок стражам, возможно, еще заручимся их поддержкой. Или даже будем без них, то, в принципе, уже такое, это не важно. Потом пойдем к Морду Хагену, скажем, что вот, мол, все, я тебе людей насобирал. Он скажет, хорошо. Будем там на ферме Анара мы все, короче. Потом отправимся сюда в монастырь, поговорим с пиракаром. И он, наверное, нам тогда уже сообщит всю эту, как бы, фигню. Ну вот, теперь у нас уже на сегодня все, чуваки. А, вот, короче, в следующем выпуске мы уже, короче, что, соберем войско полностью для Морду Хагена, сделаем, скорее всего, руну для уничтожения хранителей, ну и, скорее всего, что мы убьем этих хранителей, я думаю, уже в следующей главе, ой, вернее, выпуске. Вот, это будет, наверное, уже предпоследний тогда выпуск у нас следующий, ну а потом уже через выпуск мы уже будем, что, финальное сражение с орками на ферме Анара и сражение с орками в Харинисе. Ну, а на сегодня у нас, повторюсь, все, чуваки. Спасибо вам за просмотр, за подписки, за лайки. До новых встреч, ребята. Пока.